всем привет на канале Олег Нестеров в Брест. Ну вот мы и попали сюда, в деревню Птич, посмотреть на наших героев. А именно героев автобоев. Один из этих героев. Андрей Гайдук. Вот такая машинка. Так она отделалась не сильно тяжелыми ранениями. И там где-то еще Волга была, собственно, победитель. Видит? А вот и Волга. Сейчас мы подойдем поближе. Ну и вот он, герой. Ну не так-то уж ей сильно достал. He's better. Волга, вот, которая финалистом. Это тоже мощная Волга была. С ними обязательно как погнулись, вот какие были удары, вот это показывает. Вот это вот. Сейчас покажем. Как согнула эти профили. Все. Ну и можно посудить о силе ударов. Такие швеллера погнулись. Просто-напросто. Короче, дали вы им, блин. Да, нормально, за все. Нормально дали, молодцы. Ну и могу поздравить с победой. Да? Спасибо. Вот спасибо. Так. Ну а дальше в ролике вы увидите, в принципе-то, сами бои. Ну а за музыкальное сопровождение хотелось бы поблагодарить Артема Биджи. Это преуспевающий диджей из Беларуси. Ну, если вам понравилось это захватывающее зрелище, вскоре у меня на канале вы сможете увидеть полную версию этих боев, где я и прокомментирую вам события. Я думаю, будет очень интересно.